Меня зовут Алексей Стогов, я руководитель компании «Клуб носителей языка» Native Speakers Club. Мы вот уже 10 лет занимаемся тем, что индивидуально обучаем людей иностранным языкам, с носителями языка только. Мы сейчас находимся в Таиланде, Новосибирске, в Туркменистане, в Москве мы находимся в трех точках. И вся наша дистанционная работа ведется через Bittrex24. Bittrex24 – это очень легкий способ начать вообще вашу работу с CRM. В тот момент, когда я принимал решение о выборе CRM, была интегрированная телефония. Во-первых, очень важно то, что в Bittrex есть и своя телефония, и возможность подключить стороннего поставщика для обслуживания. Очень важно записи звонков. Понятно почему, потому что за отделом продаж надо как-то следить. Я вижу, когда человек начал работать, я видел, когда он закончил работать, я вижу статистически, что он сделал. Сам факт того, что ты можешь пользоваться любого устройства, это очень важный факт. Что бы ни случилось, у тебя Bittrex под рукой, это класс. Мы интегрировали систему аналитики, которая, кроме того, что фиксирует вот онлайн-обращения, с которыми уже все научились работать, да, она фиксирует еще и все телефонные звонки, то есть мы имеем примерно 90% информации о том, откуда пришел клиент. И, честно скажу, это неоценимая информация, то есть ничего, наверное, более ценного вот с точки зрения маркетинга нет в системах CRM. Вообще. Я бы точно рекомендовал малому бизнесу, потому что, скорее всего, у малого бизнеса нет отдельных сотрудников, которые могут внедрять CRM, и это дорого обычно. Bittrex, он достаточно интуитивно понятен, ну и он недорогой на самом деле, вот, ну, сейчас пока, по крайней мере.